Теплые пожелания, почетные грамоты и благодарственные письма. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил сотрудников налоговой инспекции с профессиональным праздником и отметил их достижения за этот год. Хочу сказать, что мы выявили и поставили на налоговый учет 26 новых налоговых резидентов. Вовлечено в налоговый оборот 750 земельных участков и более 3500 объектов капитального строительства. Налоговая служба является двигателем экономики и финансовой системы, а труд ее работников очень значим для округа. Главное в нашей работе – это быть бдительным в своей работе. Да? Главное – отвечать требованиям, которые перед нами стоят, поставленные нашими руководителями, начальником инспекции, да? Непосредственно на приеме, работа с налогоплательщиками четко и доходчиво. Благодаря земельному контролю в бюджет привлечено 36 миллионов рублей, а общая сумма взысканной задолженности составила 5 миллиардов. И все это заслуга налоговой службы. Отметить профессиональные качества налоговиков смогли и депутаты-единороссы. Хочется в этот день сказать вам именно земные слова. Сил вам, профессиональных, человеческих, доброго здоровья и, конечно, нам всем мира над головой. С праздником! Именно благодаря слаженной работе налоговой службы в округе идет устойчивый прирост доходов, которые пойдут на строительство социальных объектов и на другие нужды. Каждый сотрудник – профессионал своего дела, подчеркнул Андрей Иванов. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».